Так, Сатурн 3 мая 2018 год. Часа 49 минут по Киеву. 3 мая 2018 год. Парад планет, мини-парад планет. Сатурн. Сейчас попробуем хотя бы что-то. По Марсу зафиксировать. Не вижу на экране. Вот она, Луна. Вот он, Юпитер. И если там Марс попадался нам, то, в общем-то, можно считать, что и весь парад планет зафиксировали. Спику я уже не беру. Двойную звезду. Она уже, по-моему, да, практически спряталась. Дымка сильно нам испортила всю малину. Да, Юпитер сегодня лучше всего себя показал. Показал каких-то 5 спутников вместо 4 галилеевых. Давай хоть сейчас. Не сбегай. Оно. Раз, два, три, четыре, пять спутников. Не соврал. Все с одной стороны. Вообще удивительно. Да, интересно будет мне это на мониторе большом посмотреть, а не на малюсеньком этом фотоаппаратном экранчике. О, самолет еще летит. Но самолет меня меньше всего интересует. Хотя выглядит НЛО, конечно, знатно. Может, мы на фоне самолета попробуем и Марс поймать. Там, где не сфокусируется. Не хочет. Да.
Вот у нас уже и рассвет занимается. Непонятно чем. Как и я.